Рад вас всех видеть. Давайте начнем награждение. Вижу, пиво стынет. В общем, этого момента мы ждали, наверное, с полгода. Раз вы до сюда дошли, значит, какие-то медали, какие-то призы у вас есть, это замечательно. Давайте начнем с интерн-лиги. Начнем сначала с индивидуальных призов. У нас в этой лиге мы могли бы сэкономить, конечно, на призах, потому что людей хотим выделить не так много. Но для начала лучший ассистент и лучший бомбардир интерн-лиги – это Игорь Чепурной из команды BK. Давайте ему похлопаем. Мы понимаем, что его нету. Ребята, когда выйдете, мы вам передадим приз за него. Лучшим вратарем интерн-лиги стал Евгений Петров из команды Art Joker. Давайте похлопаем. Эту награду мы тоже передадим. Ну и лучшим игроком мы долго думали и совещались, стоит ли совмещать звание лучшего игрока и там, лучшего бомбардира. Мы посчитали, что лучший игрок это все-таки намного ценнее, намного полезнее, намного почетнее. Лучшим игроком заслуженно стал Игорь Чепурной из команды BK. Так что BK собрали 3 из 4 индивидуальных наград. Теперь давайте к командным призам. Третье место в интерн-лиге заняла команда Аквилон. Давайте похлопаем ребятам. Это значит, что Аквилон в зале или нет? Хорошо. Армада заберет призы. Второе место. Команда, которая очень надежно прошла групповой турнир, заняла на первом месте, но проиграла всего лишь в финале. Команда ProfIT. Аплодисменты, ребята, идите сюда. Аплодисменты команде ProfIT. Ну и победителями интерн-лиги в этом году стала команда «Новичок». По названию команды совсем не новички, конечно, по игрокам. Есть игроки из синьор-лиги, из мидл-лиги, и баскетболисты, и хоккеисты. Команда BK. Аплодисменты. Аплодисменты команде BK. Хорошо, мы переходим к джуниор-лиге. Индивидуальные награды, тоже 3 из 4 наград, на самом деле, забрал один и тот же игрок. Уже легенда этой лиги, Михаил Бидный. Давайте его поаплодируем. Лучшим бомбардиром и лучшим игроком в джуниор-лиге. Поздравляем! Хорошо, аплодисменты Михаилу. Лучшим вратарем в
джуниор-лиге стал Станислава Сачи, команда «Арсеникс». Станислав, мне кажется, ты можешь далеко не уходить, потому что мы переходим к командным наградам. Третье место в джуниор-лиге в этом сезоне заняла команда «Арсеникс». Мы еще Станиславу дадим вдогонку кубок одежды за прошлый сезон. Хорошо, спасибо большое. Второе место в джуниор-лиге. Команда, которая сумела попасть на пьедестал вообще-то с пятого места в группе. Очень хорошо себя провела в плей-офф команда ФК Young Boys. Приглашаем на сцену. Спасибо, ребята, аплодисменты ФК Young Boys. Ну и победителями Junior League стала команда, которая тем самым вернулась триумфально в Middle League. Очень такой сложный был полуфинал, по пенальти прошли. Армада на сцену. Так, сделаем небольшую передышку. У нас прошел турнир прогнозистов, но я не уверен, есть ли здесь кто-то, кто попал в тройку. Давайте я... Есть, замечательно. А ты кто? Валик? Замечательно. Валик занял третье место в турнире программистов. Валик, иди к нам. Поздравляем, Валика, фоткайся. Спасибо. Второе место в турнире прогнозистов занял Джет. Здесь есть Джет. Джет, замечательно, иди к нам. Спасибо, аплодисменты. Первое место занял Дэн Барик. А Дэн Барик есть в зале? Очень жаль. Давайте похлопаем Дэну Барику, чтобы это не было. Перед тем, как мы...
Да, перед тем, как мы продолжим награждение, ребята, которые получили сегодня индивидуальные награды, вам еще не доехали, но в ближайшее время доедут индивидуальные свитера. Так что оргкомитет вам напишет, как только можно будет их забрать. А мы пока переходим к middle лиге. Здесь тоже всего два человека, всего двух человек хочется выделить. Давайте для начала лучшего вратаря. Лучшим вратарем стал Станислав Зареченский, команда «Софтёр». Моя игра, она мне была не жить, ведь таким же, как и я. Моя игра, ставила они цель одна. Моя игра, она мне была не жить, ведь таким же, как и я. Моя игра, водопад, и цель одна. Поздравляем представителя команды. Хорошо, спасибо. Ну и целую гроздь наград хочется, целую гроздь индивидуальных наград хочется отдать игроку, который стал лучшим ассистентом, лучшим бомбардиром и лучшим игроком мидл-лиги. Это Андрей Дудуков, команда Промода 2. Аплодисменты. Хорошо. Передадим представителю команды. Теперь командные призы в middle лиге. Интересно, что все три призовых места заняли команды, которые поднялись в прошлом сезоне из junior лиги. Но на третьем месте команда Промода 2. Аплодисменты, ребята, на сцену. Заняла команда Plarium 2. Давайте мы им поаплодируем. По-моему, ребят нету в зале, но им было бы приятно. Ну и наконец, победителем middle лиги стала команда, которая, как я уже сказал, пробилась из junior лиги, сумела неплохо пройти групповой этап и стала лучшей. Софтёр, мы ждем вас на сцене. Спасибо, еще раз аплодисменты. Софтёр, победитель middle лиги. Буквально в последнем туре играли матч за суперкубок, команда сайта CF5. Сыграли буквально точно так же, как и Рутеж, да? 3-2. И суперкубок завоевала команда F5. Просим на сцену.
Хорошо. Ну и пришло время наград в Senior League. Начнем по традиции с индивидуальных наград. Лучшим ассистентом сезона IT-Link вакцин. У нас было два кандидата, два претендента. Но по дополнительным параметрам, по меньшему количеству сыгранных матчей, лучшим ассистентом стал игрок команды F5 Дмитрий Артюгин. Давайте похлопаем Дмитрию. Лучший бомбардир с 14 забитыми мячами. Сергей Вдоварей из игры «Хоперс». Лучший вратарь. Роман Явдошенко, «Арт Лемон». Наконец, лучший игрок Senior League сезона IT-Лиги вакцин Сергей Вдоварейзе, Грейскопер. Хорошо, осталось чуть-чуть, переходим к командным наградам. Третье место в этом сезоне в Senior League заняла команда Grasshoppers. Приглашаем на сцену. Еще раз аплодисменты команде Grasshoppers. Третье место. Второе место. Очень уверенно прошли весь турнир, но не хватило чуть. Команда Bright Group. Давайте поаплодируем. Ребят нету сегодня. Ну и наконец победители, которые долго шли к этому результату, которые показали, что чемпионат Харькова выиграть сложнее, чем чемпионат Украины. Но тем не менее, свой заслуженный результат, свой заслуженный кубок получает команда «Арт Лемон». Аплодисменты! Еще раз аплодисменты. «Арт Лемон» — победитель IT-лиги вакцин. Ну что, ребят, на этом официальная часть закончена. Продолжаем, наслаждаемся вечером и увидимся еще раз. Надеюсь, что у всех вас получится попасть сюда на следующее награждение в следующем сезоне. Все, до встречи, ребята.